Варушися, раби, развивайся, радуй. Под таким девизом на Гомельщине проходит патриотичная акция «Добрых справ в моей краине». Проект стартовал 22 красовика у Хойниках и за этот час прошел у Брагине, Будокошалеве, Вецы, Жлобине и шерегу інших районных центров. А у первую субботу жнивня святочную эстафету принял Мазыр. Наш телеканал стал активным удельником этого масштабного проекта. Основным местом проведения святочных мероприемств у Мазыры стал городский парк культуры и отпочинку «Перамога». На протягу дня тут працавали тематичные интерактивные пляцовки, выставочные экспозиции, проходили спортивные мероприемства и конкурсы, працавали дитячие аттракционы и гандлевые рады. Так, добрыми справами и новыми традициями мазыране унесли свою лепту у областную акцию «Моей краине». Сегодня родилась традиция. Лучшие дети Мозырского района, отличники, были приглашены к нашей городской районной доске почетов. И специальные ведущие рассказали детям, какие же передовики есть в Мозырском районе. Отрасли промышленности, сельского хозяйства и так далее. Дети очень радовались, потому что на каждом из этих предприятий работают их родители. Добрых дел мазырянами, особенно за последнее время, сделано очень много. И достигнуто много хороших, добрых, значимых результатов. Достижений. И это достижение творят каждый из нас. Горожане, сельчане, работники промышленности, строительства, сельского хозяйства, социальной сферы. Не могу не сказать сегодня молодежи. Конечно, молодежь – это наше будущее, это наше завтра. И знаете, сегодня мозырская молодежь, она особенная. Они вдохновители новых идей. Они воплощают эти идеи в жизнь. Они креативны. Они хотят сделать жизнь еще интереснее и разнообразнее. И у них это получается. Любы жадаючы таксама мог атрымаць карысную інфармацыю каля спецыяльных зон, падрыхтаваных раённымі арганізацыямі Беларускага таварыства Чырвонага крыжа, Белай Русі, Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі. В парковай зоне арганізовано много различных конкурсов, і я очень рада, что ваше телевидение «Беларусь-4» опять присутствует у нас, потому что вы являетесь нашими хорошими друзьями. Я рада, что вы разделяете радость этого праздника вместе с нами. Не гледзячы на спякотнае надвор'е, жадаючых убачыць урачыстае адкрыццё акции «Моей краине» у Мазыры собралось шмат. На галоўнай сцене гучали віншаванні и песни творчих коллективов Мазырского района. У рамках святочных мероприемств телерадиокомпания «Гомель» презентовала телеканал «Беларусь-4». Ведущие рассказывали про новые проекты и секреты телевизионной кухни. Каждый выход гостей на Мазырскую сцену сустракали горячими аплодисментами. Даведацца пра навіны рэгіянальнага тэлеканала, паўдзельнічаць у конкурсах і атрымаць права на прыз з лагатыпам «Беларусь-4» прыйшлі гараджане ўсіх узростаў. Нечаканым сюрпрызам для гасцей свята стала выступленне Віталя Сычова, удзельніка славянскага базару ў Віцебску, фіналіста тэлепраекта «Зорны дэліжанс». Областная акция «Моей краине» протягивается. 19 жнивня святочную эстафету прыме городский поселок Октябрьский. Наталья Волынец, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» з Мазыра.